Баскетбольный клуб «Университет Югра» готовится к новому сезону. С 3 сентября сургутская команда приступила к учебно-тренировочным сборам, которые проходят в Суздале. Там спортсмены пробудут еще 2 недели, после чего переедут в Москву. В столице страны коллектив из Ханты-Мансийского автономного округа продолжит набирать форму и проведет 4 товарищеских матча. Впервые наша команда сыграет в Сургуте 7 октября. В этот день состоится домашняя встреча против Новосибирска. 10 числа следующего месяца в наш город приедет Барнаул. Руководить университетом Югрой будут главный тренер Виктор Усков и его помощник Артем Ольхов. Только что закончили первый наш мини-цикл. Ребята приехали в отличном настроении. Видно, что все готовились к сбору, успели соскучиться за эти месяцы. Достаточно давно держали в руках мяч. Вот. Но работаю с отличным желанием. Вот. Все выкладываются по максимуму. И постараемся в максимально короткие сроки подготовить ребят к сезону. В межсезонье университет Югра расстался с 3 игроками. Это Роман Загридинов, Никита Иванов и Дмитрий Дойников. Их сменили нападающие Станислав Сарафанкин, чемпион Суперлиги 2, форвард Константин Буланов и американский центровой Джерван Пресли. Минувшей весной сургутская команда впервые за последние годы попала в плей-офф 2-го по силе чемпионата страны. По итогам матчей на выбывание университет Югра занял 6-е место.